Примерно в половине восьмого вечера на пульт 101 противопожарной службы Шымкента поступил вызов. По словам звонивших, в районе микрорайона «Север» возле автозаправочной станции загорелась сухая трава. На место происшествия было направлено 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Огонь распространился стремительно. Языки пламени подбирались к автозаправочной станции. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пламя удалось локализовать. Тем самым удалось избежать возможных страшных последствий. Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в первом часу ночи на пересечении улиц Утигенова и Малой Объездной, недалеко от Назарбаев интеллектуальной школы. Здесь столкнулись два легковых автомобиля – Toyota Camry и Opel Vectra. Последний врезался в разделительное ограждение, перевернулся и встал на колеса возле обочины. По словам очевидцев, виновником столкновения является водитель Vectra. Именно он проехал на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы уверяют, что ранее водитель этого авто, двигаясь по Малой Объездной со стороны Кайтпаса, пересек на огромной скорости перекресток Байдебек-Би и Малая Объездная и пронесся на красный в микрорайоне Тулпар. Как выяснилось, в машине лихача, кроме самого водителя, находились еще два пассажира. Автовладелец Opel Vectra бросил их в искореженной машине и скрылся с места происшествия. С различными травмами пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.